Итак, дамы и господа, представляю соперников. И первым бойца в синем углу. Ему 25 лет, рост 175 сантиметров, вес 70 килограммов и 800 граммов. Его стиль ММА, профессиональный рекорд бойца, 5 боев, 4 победы и только одно поражение. Представляющий Махачкалу, Магомед Алиев! А вот его соперник в красном углу. Ему 21 год, рост 179 сантиметров, вес 70 килограммов и 60 граммов. Его стиль Ушу Саньда, профессиональный рекорд бойца. 5 боев, 3 победы при 2 поражениях, представляющий Хасавюрт, Фотон Мурат Хасаев! Рефери поединка Ашот Ашугян. Ашот Ашугян, известнейший наш рефери, будет обслуживать эту встречу. Магомед Алиев против Мурада Хасаева. У Мурада прям целая довольно внушительная группа поддержки здесь, в Гродненском Колизее. Статистика была на ваших экранах. Итак, смотрим. Магомед Алиев в синем углу, Хасаев в красном. Алиев сразу пошел вперед, не стал дожидаться своего оппонента. Поддавливает, прижимает его к сетке. Приходится Хасаеву двигаться и выходить из-под прессинга. И вот попытка побороться. Как следствие, вытаскивает здесь, но пока не теряет равновесие Хасаев. Заправский сейчас так обороняется. Да, Алиев сразу же пошел с места в карьер. Сил абсолютно не жалеет. Но и здесь застрял он по факту. Да, встал, потому что ничего не получается. Уперся. Просунута рука еще частично у Мурада Хасаева. Вот здесь попытка уже в одну. Да, совершенно верно. И зацеп. Классно. Перевод был, но опять же тут же опирается на руку. Долго ли? Полной решимости докатить этот тейкдаун все-таки. Магомед Алиев. У нас получается такое дагестанское дерби. Махачкала против Хасавюрта. Да, совершенно верно. И продолжает находиться сверху Алиев. Пока без ударов. Ну и то, что в этом дерби мы наблюдаем борьбу, тоже, думается, никого не удивляет. Практически все без ударов. Правая тебя сторону таз пытается вывести. Да, Мурат Хасаев пока безуспешно. Такая борьба за контроль, борьба за позицию. Еще одна попытка и практически уже нашел точку опоры Мурат Хасаев, но не тут-то было. Очень бдителен Алиев. Грамотно помогает себе еще и головой. Можно бить локтями, но этого не происходит. Что, ну удушающий через руку пойдет и сразу заходит. Неплохо, отличная попытка была от Алиева. И в итоге забирается он в полный маунт. Отзащищался Хасаев, по крайней мере, на тот короткий эпизод. И пытается улучшить свое положение, но не получается. Переход такой удушающего приема, несколько ударов головой. И так уверенно расположился рюкзаком сзади Магомед Алиев. Ну что, развернется здесь? Да, это получается у Хасаева. Ну, так или иначе, 3 минуты вчистую забирает Алиев. Забирает в борьбе. И более того, был близок он даже к досрочной победе. Подхват в исполнении Хасаева не получается. Хотя попытка была неплохая. По корпусу коротко с правой. Еще колено. Держит баланс здесь как может Мурат Хасаев. То на одной, то на двух ногах. От постоянного
желание перевести его и вывести из равновесия Алиева. Ну, Алиев уже поймал такой некий баланс по поводу скорости атак, темпа. Вот сейчас разрыв дистанции. Что, Хасаев сможет зайти в борьбу или нет? Или же Алиев вновь нырнет? Так или иначе, 4 минуты выиграл боец из синего угла. Лоу-кик, все, осторожно. И на хороший джеб натыкается Алиев. Здесь немножко начали рубиться за 30 с лишним секунд до окончания первого раунда. Трибуны скандируют Мурат, Мурат. По и что здесь? Да, забирает этот тейкдаун, этот перевод. Мурат Хасаев. Начинается его время. Ну, потихоньку, потихоньку Алиев, отползая к сетке, практически снивелировал всю эту неудачную для себя ситуацию. Уже едва ли не лицом развернулся к оппоненту. Да, совершенно верно, осталось еще руку просунуть. И, в принципе, на этом все. Но не так просто. Конечно, Хасаев хорош. И локоть здесь выписывает, и колено, и держится очень плотно за оппонента. Да, агрессивнее работает Хасаев в борьбе в стойке. Больше ударов даже нанес. Но хватит ли этого для победы в раунде? Узнаем, если бой дойдет до решения. Так, завершается перерыв. По-прежнему отдельный сектор скандирует Мурат, Мурат. Но не факт, что Мурат Хасаев первый раунд забрал. Хорошо работала борьба Магомеда Алиева на протяжении первых трех минут. Мощное начало от Хасаева. Да, активно зарубился левой-правой. Тянется немножко за ударом. Не совсем зряче бьет. Едва сам не остается на дистанции. Алиев здесь на скачке. О-о-о. Нарывается на колено, но продолжает пытаться побороть. Ну вот многие высококлассные борцы умеют так заходить. Вроде бы и колено там проходит, да, но вскользь и до конца и продолжается движение. Вот в таком положении уже застревал Магомед Алиев в первом раунде, но потом был перевод. Будет ли он здесь? Поднимает, да, оппонента. И по две ноги не получилось. Соскочил захват. Как же хорошо защищается Хасаев от сетки. Может, попробует опять же, как в первом раунде, зацепить ногу. Потом очень аккуратно кисть. Здесь широченная защита от Мурата Хасаева. Нет, не получится. Да, откидывает ноги и сам попытается забраться. Колено по корпусу и как-то сразу поплохело Магомеду Алиеву. Как бы сейчас все не закончилось, ничего себе, локти полетели. Как резко закончились силы у Магомеда. Может быть, он очень много потратился как раз в попытке зайти в борьбу. Набрасывает удары Хасаев. Колено, да, здесь можно работать в голову спокойно. Ну и в целом использовал свое преимущество и в росте, и в размахе Мурат Хасаев, особенно в начале раундов. Нагружает сверху и попытка гильотины. Вот Магомеда Алиева. Как легко он забросил ноги. Смотрим. Но голову вытащит, судя по всему, сейчас Хасаев, да. И сейчас все станет совсем... Все печально для Магомеда Алиева. Гард закрыт, накрывает его сверху Хасаев. Да, дело в том, что сил очень много могло быть потрачено. А вот попытка здесь перейти на удушающий ручной треугольник. И вот здесь действительно может все закончиться. Смотрим, смотрим. Даже должно закончиться.
Все. Все. Уснул и не постучал все-таки Магомед Алиев. Досрочная победа Мурада Хасаева. Переждал он напор оппонента в борьбе в стойке в первом раунде. Затем забрал концовку дебютного отрезка и во втором уже все завершил. Мурад Хасаев, четвертая победа при двух поражениях. И второе поражение для Алиева. Смотрим еще раз, как это было. Ну, честно говоря, уже просто силы покинули Магомеда Алиева. И именно поэтому этот прием и прошел. Там буквально, возможно, на секунду-две потерял сознание Алиев, но не более того. Да, поэтому потом всегда часто бойцы спорят. Я же был в сознании, а эти две секунды, они вылетают у спортсмена из объективного течения времени. В субъективном течении времени эти две секунды у него где-то есть. Итак, дамы и господа, время остановки этого поединка — 2:31 второго раунда. Удушающим приемом победу одержал боец в красном углу клетки Мурад Хасаев! Поздравляем Мурада и двигаемся дальше. ТСЕ Young Eagles 43.